«Запад-2017» – самое масштабное за два года военное учение проходит на белорусских и российских полигонах. Войска приступили к выполнению учебно-боевых задач. На полигоне под Лепелем маневры начались с большой оборонительной операции. Это только один из сценариев, которые отработают военные Беларуси и России. В учении задействованы до 12 700 военнослужащих, около 3 тысяч из соседней страны. Все перемещения закончены, и подхода дополнительного контингента российских войск не будет, заявили в Министерстве обороны. Подразделение давно находится на позициях. Прибытие российских подразделений иных на учения на территории Беларуси не предусмотрено. Также других учений на территории Беларуси, кроме учения «Запад-2017», также не предусмотрено. Если отрабатываются вопросы на территории Российской Федерации, то, подчеркиваю, без перегруппировки на территорию Республики Беларусь, это официальная информация. Белорусские и российские военные отработают совместные действия по защите союзного государства. Активная фаза на 6 белорусских и 3 российских полигонах начнется в ближайшие дни. За маневрами пристально наблюдают иностранные эксперты.